Это не розыгрыш. Это действительно иной мир. Минут 10 ничего не происходило. Вдруг руки стали подниматься, и кисти рук нащупали круглое. Энергетический шар. Левая рука сжала пальцы, щепоть, и застыла вертикально. Ответьте, вы слышите? Спрашивайте, мы готовы отвечать. Хочется побольше узнать о вас, без суеверных предположений. Кто вы? Иная цивилизация? Жизнь или источник информации? Мы как вы, но вы дети. Каково ваше место пребывания? Земля, Солнечная система или дальний космос? Мы иной мир. Нельзя сравнивать. В каких измерениях находитесь? Меряете вы. У вас нет мерности? Вы ребенок, мы постарше. Нам хочется овладеть новыми знаниями. Есть ли у вас собственная планета обитания? Нет, мы энергетический мир. Он охватывает всю Вселенную или только область Земли? Солнечную систему. А в другие галактики вы не распространяетесь? Мы находимся в Солнечной системе. Сейчас мы занимаем ваш эмоциональный план. Скажите, трехмерное измерение, в котором мы живем, оно не конечное? Вы живете сейчас в пятимерном измерении, но пользуетесь только тремя. А будет ли время, когда мы поймем, что можем пользоваться пятью измерениями? Если бы этого не было, то зачем вы живете? Сколько измерений? Бесконечное множество? У вас 7 планов. Вы называете это чакрами. Вы существуете в 5 измерениях. А как представить 5-е измерение? Мир не имеет измерений. Вы поделили его. Назовите параметры измерений. Мы знаем длину, ширину, высоту и время. Вы говорите о физическом плане, а мы говорим о другом. У вас еще находится трое. Эго, дух и душа. Все-таки об измерениях. Хорошо. Вы представляете, что вы реальны? Представляем. Потусторонний мир для вас – реальность? Большинство человечества его не признает. Нам трудно это понять. Как же вы выглядите для самих себя? Мы назывались вам для сравнения атомом. Представьте атом. Трудно представить. Но возможны ли элементы сотрудничества, взаимодействия землян с вами?
партнеры. Вы дети, будьте внимательны. Это вы разговариваете сами с собой, но вы еще ребенок. До высот вашего понимания. Если мы разговариваем с вами, значит, вы поднимаетесь. Вы порой называете себя «я». От себя или от цивилизации вы выступаете? Я повторюсь. Вас минимум трое. Эго, дух и душа. Спрашивайте.